Работа нравится, это однозначно, потому что я бы уже давно ушел. Вообще-то в моем возрасте 50 лет, наверное, нужно уходить куда-то на более спокойное, может быть, место, в дневную смену работать. Но вот именно тот факт, что мне нравится работать в этом коллективе, меня держит. Мне уже неоднократно предлагали уйти на более спокойную работу, может быть, в дневную смену. Хотя спокойная работа или неспокойная, это, наверное, зависит от того, как человек ее поставит. Можно работать и на беспокойной работе очень спокойно. В данном случае я вот уже столько лет работаю в этой смене, до того привык к ней, что очень трудно уйти из нее, бросить этот коллектив и найти себе другую работу. Наверное, нравится. Житный Владимир Федорович родился 1 января 1947 года в городе Счастье Луганской области. Закончил Новочеркасский политехнический институт. На ЧАЭС с 1978 года в должности ВИУТа. С 1992 года начальник первой смены. В Славутиче с 1990 года. До этого жил в Припяти. Женат, имеет двух дочерей. Наша смена большее количество раз занимала первые места. Возможно, это результат именно того, что коллектив очень сплоченный, дружный. Взаимодействие между начальниками смен блока, цеха, станции хорошее. И вот благодаря всем этим данным, по результатам этого года мы вышли на одно из первых мест. Хотя, может быть, это чисто субъективная наша оценка. Трудно сейчас однозначно сказать о том, что эта смена является лучшей. Мы еще не отработали до тонкостей само положение соревнований. Могут быть в некоторых случаях какие-то досадные недоразумения. Может быть, критерии оценки еще неправильные. Но вот если так вот формально подводить итоги по результатам соревнования, то пока мы на первом месте. В этом году, мне кажется, мы тоже довольно успешно начали свой год. Вот уже с начала года мы занимаем то ли первое, то ли второе место каждый месяц. В прошлом месяце заняли второе место. Народ рвется пуску второго блока. Третий блок, надеюсь, что мы удержим, он будет работать, и он показывает пока хорошие результаты. Вот. Но несмотря на то, что пока финансирования второго блока нет со стороны государства, мы продолжаем подготовку блока к пуску, потихонечку производим ремонт своими силами, испытания систем. И я надеюсь, что все-таки мы пойдем на пуск этого блока. Народ этого очень хочет, ждет с нетерпением. И
надеюсь, что его мечта, или, как сказать, сбудется все-таки. Мы будем пускать второй блок. Вот так, собственно, и началось наше знакомство с первой сменой. После приятной и ознакомительной беседы с НСС перейдем непосредственно к коллективу. Представьтесь, пожалуйста. ДЭМ, в первой очереди, Исаев Александр Анатольевич. Расскажите немножко о ваших обязанностях. Значит, обязанности у нас такие. Первое – это учет и контроль за параметрами. И еще за мной закреплено пожаротушение. За панелями здесь находится щит. Щиты, управление, пуск, контроль работоспособности системы пожаротушения станции в первую очередь. На ваш взгляд, от вашей должности, от вашей работы зависит безопасность Чернобыльской атомной? Я считаю, безопасность зависит от всех, даже можно сказать, уборщица, которая убирает, и если она где-то не уберет, человек поскользнется, упадет. Да, пожалуйста. И должно быть однозначно, что каждый человек вносит свою частичку в безопасность станции. Мы продолжаем экскурсию по Чернобыльской атомной электростанции и свое знакомство с оперативным персоналом первой смены. После недолгого путешествия по Золотому коридору мы решили заглянуть в гости на блочный щит управления первого энергоблока. Общее впечатление о поведении персонала БЩУ может быть описано как профессионализм с соблюдением баланса между формальным и неформальным поведением, что создает впечатление хорошо организованных команд. Ну а главный здесь НСБ, начальник смены блока. Каким день занимается ваша смена? Сейчас официально наш блок находится в статусе, в состоянии, точнее, инженерно-технического обследования. Мы провели, уже начали большую работу по замене дросселей ЗРК для второго блока. Сейчас эти работы приостановлены временно. И ждем, когда получим средства для пусковых наладочных работ, восстановительных работ на блоке номер 2. Итоги 96 года, поскольку мы здесь, я работал здесь на первом блоке, я работал по первой смене, то первая смена, как уже было отмечено в наших средствах массовой информации, в том числе Славутического телевидения, закончила 96 год, наверное, с лучшими показателями среди сквозных смен. То есть какая-то частичка нашего труда, коллектива моего блочного счета в том, что смена достаточно успешно прошла 96-й год. Вам нравится ваша работа? Ну, если бы она мне нравилась, наверное, я бы не работал. А почему вы ее избрали? Я к этой должности шел всю свою сознательную жизнь. Я энергетик самого, так сказать, после студенческой скамьи. Заканчивал энергетическую специальность, так и пошел. Работал вначале на тепловой станции, а в 1977 году, когда было, так сказать, был объявлен комсомольский набор, комсомольская ударная стройка еще в те времена, я оказался здесь. С каждой новой встречи мы продолжаем поражаться стойкости, профессионализму и опытности оперативного персонала первой смены. Их решительность способствует хорошей координации работы коллектива. Олег Владиславович, чем вы тут занимаетесь? По своей работе? На работе? Контролируем радиационную обстановку, значит, внутри станции, вокруг станции. Значит, контролируем время работы людей, значит, соблюдение правил и мер радиационной безопасности. А ваши обязанности что? У нас большие обязанности. Значит, в первую очередь мы следим, значит, за здоровьем людей, чтобы люди не переобучались, значит, и правильно соблюдали, значит, все на своих рабочих местах все меры безопасности, применение, значит, дополнительных защит и так далее, значит, СИЗ рабочих, песков, если необходимо. Вот мы этим и занимаемся. Значит, тут есть распоряжение, допустим, или наряды, такие бланки, и мы пишем время работы и меры необходимые принять для защиты, допустим, органов дыхания, там, кожных покровов и так далее. На сегодняшний день какой радиационный фон? Где? Вот здесь вот на станции. Мы ходим по блокам. Значит, ну, дело в том, что, значит, так нельзя сказать, какой фон здесь вот на станции. Значит, на станции фон, значит, зависит от технологии. Есть помещение необслуживаемое, есть обслуживаемое помещение. В данный момент, вот где мы находимся, в этом помещении, у нас фон, значит, 0,3 миллирентгена в час.
Это норма? В этом помещении. Это меньше контрольных уровней, будем так говорить. Значит, от нашей работы много зависит. Значит, если мы будем халатно относиться к своей работе, значит, то, во-первых, пострадают в первую очередь люди, ну и во-вторых, уже пострадают, значит, оборудование, от людей зависит. У нас есть специалисты, значит, в реакторном цеху СССР, значит, высококвалифицированные специалисты, которых не так много на станции, и за которыми, значит, будем говорить, ведется более жесткий контроль на выполнение каких-то особых задач. Ну, если относиться халатно, те люди очень быстро по дозе, значит, выйдут, будут выведены, значит, за пределы зоны строгого режима, и, соответственно, значит, объем, при объеме работ, которые есть на сегодняшний день, значит, сроки, значит, будут более, значит, затянуты. Обеспечение безопасности при эксплуатации ЧАЭС – главная и общая задача всего эксплуатационного персонала. Поэтому культура безопасности должна проявляться на всех уровнях деятельности. Андрей Анатольевич, дежурный электрослесарь – это кто? Чем он тут занимается? Ну, дежурный электрослесарь в нашем цехе обслуживаем приборы радиационной контроля. То есть проводим техническое обслуживание, регламентные работы проводим. Вот за нами закреплена система автоматизированного контроля радиационной обстановки. Она была введена после аварии, эта система. В общем, мы с помощью ее можем посмотреть гаммофон на территории станции, промплощадки, 10-километровой зоны и всей 30-километровой зоны. Как давно вы здесь работаете? Я работаю с 88 года здесь, с весны 88 года. Если бы вам предложили другую работу, согласились бы вы? Я, наверное, уже нет, не согласился. Я уже как-то, я всю жизнь работал, я в городе Челябинске работал на химкомбинате «Маяк» 7 лет. Сейчас здесь уже 10. На, я не согласился, наверное, уже перейти. Трудно куда-то переучиться, переходить уже в таком возрасте. Наверное, ДЭС прав. Что-то менять уже поздно. Но свой опыт и профессиональные навыки он успешно передает молодому поколению, приходящему на смену. Роман, чем тут занимаешься? Ну, первое, дозиметристы что делают? Допуски по нарядам единичные. Допускаем на рабочие места, там, загрязненное помещение. Делаем допуск там по времени, сколько может находиться человек рабочий в этих помещениях, тех или иных. Это контроль ведем переносными приборами. Но, а также ж на, здесь, на щите КРБ, мы ведем контроль стационарной установкой вот это, по помещениям необслуживаемым. Ну и что? Ром, ты вот молодой сотрудник. Как тебе работается среди профессионалов в твоем коллективе? Более опытные люди уже. Ну, они во многом помогают в том, что я не знаю, скажем, многие вещи. Опыт передают свой. Больше меня работают. А как родители твои отнеслись к тому, что ты пришел работать на Чернобыльской АЭС? Ну, положительно, потому что... Не протестовали, ничего? Нет, нет. А твои родители работают на станции? Нет, мои родители не с этой области. Ну, а как случилось, что ты пришел на станцию? Почему именно на ЧАЭС? Ну, предложили строиться. Решил попробовать. Тебе нравится твоя работа? Нравится. Помните известную фразу «Все профессии нужны, все профессии важны». Вот так и здесь. От каждого сотрудника зависит нормальное функционирование и безопасная и стабильная работа Чернобыльской АЭС. Мы находимся на блочном щите управления номер 2. Сейчас ведутся предварительные работы по подготовке к пуску второго энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Сергей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, более подробно об этих работах. Так, на данный момент мы работаем по подготовке к пуску. Вот, работы ведутся согласно графикам работ. Есть у нас график работ по реакторному цеху, по турбинному цеху, электроцеху. Вот, очень много нарядов. Работы сделаны уже, объем работ очень большой. Вот, в связи с тем, что у нас сейчас нет финансирования. Сейчас, на данный момент, работы, как бы сказать, ведутся не в полную силу, не с полными возможностями, но то, что мы можем, мы делаем. Вот. Сейчас в центральном зале ведутся работы,
Объем, как я говорю, уже сделан большой. Так что работы большие, так сказать. Ну, нет денег. И вот что самое главное. Персонал готов работать, готов пускать второй блок. Вот. Если будет финансирование, будут деньги, я думаю, что проблем с пуском второго блока не будет. Нам стало известно, что вы сегодня первый день вышли на должность заместителя, да, исполняющего обязанности начальника смены блока номер 2. Да. Как работает этот первый день? Знаете, неплохо. Неплохо. Знаете, обстановка спокойная. Вот. Работается по плану, без всяких отставаний. Вот. В соответствии с заданиями, с графиками. Все хорошо. Оказывается, понятие «дублер» существует не только в кино. С дублером мы столкнулись на Чернобыльской атомной электростанции на блочном щите управления третьего энергоблока. Существует хорошая практика, когда оперативный персонал после перерыва в работе должен работать дублером на своей должности до восстановления навыков в полном объеме. Мы находимся на блочном щите управления третьего энергоблока. Здесь работа идет полным ходом. Расскажите, пожалуйста, о своей работе и проводимой здесь работе на третьем энергоблоке. Работа блока идет в номинальном режиме, то есть мощность блока 3200, мощность по турбинам по 500. Все параметры в норме, все системы нормальной эксплуатации, системы безопасности работают согласно регламента технологического. Отклонений каких-либо нет. То есть, ну а работа самая простая. Работа выполнять режимы перегрузок, поддержание оборудования на должном уровне, как требуется у нас по инструкциям, по регламенту. Кроме того, проверка систем безопасности, это по графику. Вот сейчас ВИУ будет проверять КНТК, вот дожидается он срабатывания их по уровню. То есть самая обычная работа. После 16 будут перегрузки. Плановые перегрузки для поддержания запаса реактивности, для поддержания параметров коэффициента неравномерности энерговыделения по радиусу. Ну и тут маленькие профилактические новшества у нас. Вот возвращаемся к доаварийному состоянию, убрали пластикат с блочного щита. Сейчас цех дезактивации приводит полы в соответствие нормативов, и чтобы чистота была, и красиво было, и уютно, чтобы было. Вот вы дублер НСБ, вы выполняете те же обязанности, что и начальник смены блока? Конечно. То есть соответственно... в равной степени ответственность и у дублера, и у руководителя, тот, кто контролирует работу дублера. Познакомившись с работой третьего энергоблока и с оперативным персоналом, мы решили побеседовать с самым молодым ВИУРом, ведущим инженером управления реактором первой смены. Саш, ты сам один из молодых сотрудников здесь на блоке, на третьем энергоблоке. Как ты начинал работать? Вот ты такой молодой, среди опытных специалистов. Ну, пришел я сюда 3 года назад, год учился. Ну, старшие товарищи помогли, выучили. А работа нравится? Очень. Почему именно эта профессия? Почему именно связана с энергетикой, со станцией? Ну, это я давно выбрал, эту профессию, а нравится потому, что, ну, мне кажется, она самая творческая из всей работы на блочном. Самая творческая? Да. А в чем заключается творчество? Ну, больше динамических переходных процессов здесь, перегрузки. Опять же, больше с физикой связано. Продолжая свое путешествие по золотому коридору, мы наконец-то добрались и до самого сердца атомной электростанции – реакторного цеха. Ознакомившись с принципом работы РЦ, мы невольно поддались волнению и радости. Ведь реактор – это то же, что и маленький ребенок, который требует ухода и внимания. Дмитрий Иванович, как давно вы работаете на станции и в чем заключается принцип работы РЦ? Я работаю на станции не так давно, до аварии, с 85 года. Есть ребята, в общем-то, мои ровесники, имеющие больший стаж. Ну, обязанности непосредственно мы отсюда, с центрального зала, занимаемся перегрузкой топлива на реакторе. То есть выгрузкой отработанного, загрузкой свежего. Ну, кроме того, проводятся работы под нашим контролем, скажем, по сборке топлива, удаление радиоактивных отходов, значит, отработанное топливо впоследствии, скажем,
отгружается на Хаят, это тоже в наших обязанностях. Ну, непосредственно в смене находится 3 человека. Коллектив в других сменах, в общем-то, в нашей, достаточно молодой, в общем-то, все ровесники. Но уже коллектив, скажем, сплоченный, созданный. Ребята, ну, в социальном плане обеспечены, там, в материальном плане более-менее относительно тоже. И, в общем-то, общность интересов и возраст – это самое. Хороший, здоровый коллектив. Ну, даже не знаю. Как там работает? А? Как работает? Работается хорошо. Работается чем хорошо? Тем, что участок достаточно ответственный. Может быть, эта вот ответственность как-то дает право гордиться своей работой. Станция продолжает функционировать, на ней работает много людей. В столь трудной психологической обстановке сотрудники станции должны жить, воспитывать детей, а это крайне трудно, если нет уверенности в том, что они делают нужное и правильное дело. Эти люди, которые проработали на станции 7, 8, 10 лет, специалисты, высокой квалификации, и сейчас они уйдут, а чтобы подготовить специалиста, это нужно его 5 лет обучить в институте. Вот. Еще нужно, чтобы он пришел сюда, устроился на станцию, потому что завлечь его сюда нужно, на станцию, которая вроде как останавливается, дать ему жилье, иначе он сюда не поедет. Значит, нужно держать своих специалистов. А как их держать, когда я зарплату не даю? Так что второй блок тоже, проблема может быть в этом, специалист. Это главная проблема на сегодняшний день. Ну, может быть и такая уже главная, но текучка кадра очень большая. Да, будут сокращения, конечно, оперативный персонал сокращать не будут, но все равно зарплата должна быть, все понимают об этом, даже понимает это самое, служба безопасности Украины, но почему-то не платят до сих пор. Вот. Я говорю, многие думают, если было бы куда уходить, вот. Я думаю, что ушла бы большая часть сейчас. Я хотел бы сказать администрации станции, что мы верим в нее, что она прикладывает все усилия для того, чтобы пустить второй блок. А пуск второго блока – это значит обеспечение рабочими местами персонала, это значит спокойная работа, без нервотрепки, без дерганий, которые нас сейчас преследуют постоянно. И думаю, что несмотря на то, что даже если мы не пустим второй блок, мы все-таки найдем какой-то выход из создавшегося положения и застабилизируем персонал. Потеря такой персонал, как у нас, это...